что-нибудь в каком виде ее проведем, так это будет наиболее полезно для членов сборной. Вот. А через одну тренировку у нас тренировка, посвященная выступлению на соревнованиях по спаррингу. Вот. Значит, цели, задачи какие у нас будут? Типовые ситуации, как из них выходить, она не очень интенсивная будет. Кто захочет поработать, поработает, мы посмотрим, пообсуждаем, посудим. Типовые ситуации, которые бывают. Работа из угла, работа, когда ты выигрываешь одно очко, там конец раунда, проигрываешь одно очко, работа, когда судьи не ставят баллы, работа, когда какие-то вещи не оцениваются, какие-то оцениваются, там, работа на Чуе, работа на Камчунке. Задача понятна, да? То есть, вот у нас, это последний тренировок. Если доживете. Доживете? Не устали? Нормально? Следующая тренировка тулевая, другая. Лучший отдых с ним будет. Соперник будет воображение. Вперед! Стоп! Полчаса перерыв, в 11:10. Коллеги, как будем? Александр, я Саша. Как будем? Вариант какие? Мы можем первое поделать упражнение перерыв. Но серьезно ничего не можем. Второй вариант, мы можем выбрать отдельных товарищей, ждет там полчаса, мы поделали, да? Отдельных товарищей выбрать и разбирать у них ошибки. Кто лучше, кто хуже, там, кто лучше, кто хуже пожелать, и, значит, на них как бы обсуждать вслух, что, как исправить, и что мы тут интересно, что мы тут интересно. Ну, третий вариант, можем просто тренировку штуку, как это нестандартный, там, поделать там, разные стороны, там, Это я еще раз говорил, я могу так разобрать там два туля. Два, понятно? Не больше двух. Это, знаете, кто здесь находится? Основная масса. Я про то, что основная масса это люди, которые туль не знают, они любом счет. Ну, бельбок в лучшем случае. То есть вопрос стоит не. Здесь есть люди, которые. Те, которые не умеют спать, как пулями, не вообще не знают, всячески разнообразные вот для детей, давать именно на тренировку. Какая упражнения? Какая для кого я делал вторую тренировку? Я не могу сделать ее одновременно и для тех, кто выступает на Европе, и для тех, кто у вас кандидатом в сборную, который потом когда-нибудь будет выступать. Если вы что-то на одном человеке, например, не было, сколько хуже можно? Два? Не более. Общие комбинации какие-то поделать. Вот сейчас, я потом... еще раз. Если я делаю тренировку для детей, для тех, кто здесь основной, я делаю тренировку. Если я делаю для там, двух-трех человек, которые вступают в Европу, то я делаю разбор. Я не подталкиваюсь к какому-то решению. Вам надо обсудить и решить. Вы же они платили деньги за вас. Раз они платили, значит, не делать для них. Можно заключить, что общее для всех, вот, ну, то, что мы сделали, любые комбинации, и половину второй разбор не получится. Мы можем попробовать? Ну, да. Ну, выберите своих, посмотрим. Я думаю, всем бы было интересно.
Ну, скупчено уже 4, наверное, там подели уже. Ну хорошо, 5, приезжаю 6. Как дело для этих и для этих? Ну да, для этих, а потом для этих. Я думал, евреи хитрые, честно. Да я все понял, Саня. Пойдем чем-то сожрем. Что? Нет, могу яблочко выдать. Ты тоже не пьешь? Нет, пью. А пойдем, в смысле? У вас в виду какое-то кафе?